привет! Вы смотрите канал Бридж ТВ. Меня зовут Ирсен Кудякова, и в эфире программа ТОП-10. Чарт самых актуальных мировых видеоклипов, покоривших мир. Так что располагайтесь поудобнее, мы начинаем. Открывающий наш чарт Фаррелл Уильямс сегодня, кажется, опустился до своего исторического минимума. Впрочем, есть и радостная новость. Старания певца за последнее время наконец оправдались. И в следующем году Фаррелл должен получить звезду на аллее славы в Голливуде. Чему, вероятно, поспособствовал и хит Мэрилин Монро. 10-е место. Строчкой выше Фаррелла следует дебютант прошлой недели мистер Пробс, который сегодня занимает строчку под номером 9. Хит «Waves» помог музыканту из Нидерландов стать популярным сразу в нескольких странах. Оцените и вы творение от мистера Пробс. Девятое место позади, а строчка под номером 8 достается звездному дуэту короля поп-музыки Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка, которые на этот раз, впрочем, не блеснуло результатами. Совместное творение «Love Never Felt So Good» сегодня опустилось на несколько строчек вниз и оказалось лишь на 8-й строчке. Счастливое число 7 сегодня уходит в руки Кельвина Харриса. Не успел последний хит артиста как следует отгреметь в чартах, как Кельвин, по его словам, уже засел трудиться над новыми композициями, которые, вероятно, ждет не менее успешная судьба, чем хит «Summer». Недавно дебютировавшая в нашем чарте певица Имани за прошедшую неделю несколько продвинулась вверх. Песня без лишних спецэффектов, но с простой и красивой мелодией. В исполнении обаятельной девушки стала ключом к успеху. Так что композиция «You Will Never Know» у нас сегодня занимает 6-ю позицию. Видео певицы Сии Чиндели доказывает, что настоящий талант может проявиться в самых разных возрастах. Вот, например, юной героине клипа всего 11. Но именно она помогла ролику стать столь успешным. Встречаем видео Чиндели на 5-м месте. Некогда рекордная победительница программы ТОП-10 на канале Бридж ТВ Леди Гага вот уже вторую неделю продолжает терять былую славу. Ведь и сегодня королева монстров упала еще на несколько позиций и заняла лишь 4-е место. Впрочем, не секрет, что певица уже отсняла и свежее видео, так что новый удар по мировым чартам не заставит себя долго ждать. Энрике Иглесиаса в последнее время штормит не на шутку. В прошлый раз певец со второй позиции опустился на 6-ю, но на этой неделе вновь поправил свое положение, поднявшись на 3-е место. Сложно предположить, куда непредсказуемого обольстителя занесет в следующий раз. Ну а пока встречаем хит «Байланда» – 3-е место. Лидерство Chainsmokers с инструкцией по созданию селфи в нашем чарте оказалось совсем недолгим. Сегодня американский дуэт уже уступил почетное лидерство, так что нас ждет новый победитель. Впрочем, явление селфи, да и видеоклип на эту тему до сих пор определенно не растеряли актуальность. И сегодня работа занимает у нас 2-е место. Друзья, вот и настало время узнать имя сегодняшнего победителя. Свергнуть с вершины дуэт Chainsmokers удалось колумбийской поп-диве Шакире, чей гимн чемпионата по футболу стал еще одним успешным хитом певицы в этом году. Так что встречаем заводные летние ритмы и неизменный оптимизм от Шакиры на вершине нашего чарта. Друзья, только что на ваших глазах разворачивалась судьба самых востребованных мировых хитов в программе ТОП-10. Слушайте лучшую музыку и наслаждайтесь летом вместе с каналом Бридж ТВ. С вами была Ирсен Кудякова. Пока!